Сотрудники ГИБДД решили напомнить водителям о существовании стоп-линии. Место выбрали оживленное в центре города, площадь Победы. Автолюбители почему-то не хотят замечать белую линию. Штраф за такое нарушение составляет 800 рублей. Ответить на вопрос, почему же нельзя заезжать за стоп-линию, водители не смогли. Об этом им уже рассказывали инспекторы, пока оформляли протоколы. Дело в том, что стоп-линии, они у нас находятся, как правило, на перекрестках, где есть пешеходные переходы, и выезд за эту стоп-линию небезопасен для пешеходов. То есть, если водитель, ему загорелся красный сигнал, а он все равно выезжает, он может совершить наезд на пешехода. За час работы сотрудники госавтоинспекции зафиксировали порядка 10 нарушений. Некоторые автолюбители ссылались на свою неопытность вождения, кто-то грешил на светофор. Я, в принципе, и стоял перед стоп-линией на данном перекрестке. Вот. Но когда загорелся зеленый сигнал светофора, я как бы продолжил движение, но потом уже понял, что налево идет сигнал в дополнительной секции. Вот. И, соответственно, заехал за стоп-линию. Вот. Но после этого остановился. Всем нарушителям выписывали штрафы, чтобы правила дорожного движения лучше запомнились. Как показывает практика, такие жесткие, но справедливые меры приносят свои плоды. Любовь Почерникова, Андрей Симбалков, РТВ Иваново.